30 декабря 15 год, Харьков. И вот тут новый, я бы не обращал внимания, памятный знак героям, что загинули за свободу и независимость Украины. Закладено 7 декабря 14 года. Как раз на фоне того, что некогда было памятником Ленину, а ныне памятник сапогам Ленина выглядит больше как. Харьков, Газпром, Держпром,